手道も空手の道も、まあ、日本語の意味としては同じです。で、まあ、その空手の道という方が、термины карате до и карате на мичи по-японски означают одно и то же。Мы выбрали название карате но мичи, потому что оно позволяет подчеркнуть, что мы практикуем карате как хито но мичи, путь человека, путь совершенствования личности. Этот вариант в качестве названия нашей всемирной организации избрал главный инструктор нашей организации, Сюсеки Сихан Яхара, который хотел бы подчеркнуть нашу готовность положить жизнь на совершенствование на пути карате. В настоящее время слово «карате» является общепринятым. Но некогда это боевое искусство на китайский манер называлось «тодэ» и записывалось иероглифами «китайская рука». Позднее сенсей Фунакоси Гитин изменил его название. В названии «тодэ» он заменил иероглиф «китайский» на иероглиф «пустой» – «ку» и стал прочитывать его по-японски – «карате». Буквальный перевод слова «карате» – «пустая рука» имеется в виду искусство самозащиты, в котором человек не использует оружие, а защищает себя с помощью своих рук и ног. Однако слово «ку» имеет и иное значение, связанное с буддизмом. Это придает названию карате более глубокий смысл. В настоящее время карате получило очень широкое распространение и представлено в самых разных формах. Особенно широко распространено спортивное карате. Однако наша Всемирная Федерация Карате но Мичи стремится культивировать карате в его исконном виде, как вид боевого искусства. Мы стремимся вернуться к истокам карате. Для нас карате – это прежде всего искусство самозащиты. При этом мы не отрицаем и спортивные состязания, но для нас это всего лишь один из аспектов карате. В конечном итоге мы считаем, что карате – это боевое искусство. И, конечно же, мы используем в наших тренировках макивару, столб, обмотанный рисовой соломой. Это один из главнейших тренажеров, применяемых в тренировках карате. В Японии говорят, что каратист должен породниться с макивара.